Добрый день, Сергей Геннадьевич. Мы ждем докладчика, но что-то он пока не появляется. Ну, хорошо, да, давайте подождем. Да, да, добрый день. Да, добрый день.
Запись начата. Или начата. Шаги. Вот, 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 мы вас видим. Мы вас видим. Но я никого не вижу. Но это ничего, это не страшно. Запись пошла. Кулябов Дмитрий Сергеевич, у меня дополнительные параметры у тебя появились. Не знаю, какие дополнительные параметры. Ну, слева скрепка, можно тебя закрепить. Ну, это не важно, да. Ну вот, добрый день. Давайте мы начнем. Константин Петрович подсоединился с веб-интерфейса. Удастся ему зашарить десктоп, не знаю, с его лекцией. Константин Петрович, у вас есть слайды лекции, да? Вы сможете их показать? Ну, честно говоря, я так активно не готовился. Давайте тогда вы просто расскажете нам своими словами. Все, телефон можно отключать. Да. Наушники надевать. Вот, наушников у меня тоже нету. А говорит ваш этот компьютер-то? Говорит, конечно. Ну, я же тебя слышу. А у меня-то старый компьютер, у меня 15-летней давности, он не говорит, не показывает. Нет, у меня лет 10, но вполне терпимо. Так, ну давайте начнем наш ловецкий подчеркивание КП. Может быть, перелогинитесь. Ловецкий минус КП. Нет. С минусом тогда Руденро, а с этим подчеркивание показывает, что вы не из Рудена. Ловецкий подчеркивание КП. Мне что, выйти и зайти заново? Да нет, я думаю, просто на следующий раз имейте в виду, что нужно так. Когда поставите приложение, то будете с подчеркиванием подсоединяться. Значит, подчеркивание КП РУДН, да? Нет, ПФУРУ. ПФУРУ, но с подчеркиванием. У нас очень такие затейники наши. Да, сколько раз уже сталкивался. Кошмар какой. Давайте мы послушаем вас про это интересное направление. Я увидел, что оно даже под Джулию есть. Это наш новый флажок, которым мы машем. Все, передаю вам слово. Именно поэтому и включил, добавил туда про Джулию. Вот. Мне, честно говоря, мне очень нравится это направление, которое в Стэнфорде они развивают. Оно на самом деле... Основная идея заключается в том, чтобы упростить для людей, не имеющих хорошего образования в области математики, в основном для инженеров и прикладников, упростить переход на использование всевозможных оптимизационных алгоритмов, методов, технологий и программного обеспечения. И в Стэнфорде они как раз и в тех университетах, которые их поддерживают, они разрабатывают программное обеспечение на различных платформах. Значит, у них есть выходы и в Maple, по-моему, и в MATCAD. И они пишут программное обеспечение на R-языке и в Julia, и в каких-то других вещах. Там достаточно большая группа работает аспирантов, инженеров, программистов для того, чтобы расширять постоянно инструментарий использования этих алгоритмов и программ. Ну и большая группа теоретиков тоже продолжает работать в этой области. И вот то программное обеспечение, которое они разрабатывают, и та теория, которая ими тоже создается, практически все материалы находятся в открытом доступе.
Значит, они есть и на сайтах, которые поддерживают учебный процесс непосредственно, и на сайтах, где они располагают, предлагают свое свободное программное обеспечение, ну, в частности, на GitHub. Вот, поэтому знакомство с таким вот новым подходом, как мне кажется, к созданию и теоретической части, и прикладной части, и описания методов и алгоритмов, и программного обеспечения, которое достаточно просто можно использовать в прикладных исследованиях людьми, которые не очень, скажем так, которым сложно создавать самим такой продукт. Вот это очень удобная вещь. И желательно, чтобы в том числе и наши преподаватели и студенты тоже пользовались вот этими источниками, открытыми для того, чтобы в дальнейшем использовать открывающиеся возможности. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вначале, по крайней мере, сказать. А в чем... Вот я чудесно знаю, что я выделяю вообще из этого софта софт для... Я говорю, научного программирования, mm-hmm. научный софт. Потому что я считаю, что люди, которые занимаются научным программированием, они не специалисты по программированию, они должны работать со специализированными языками, которые описывают конкретные области применения. Ну, раньше я считаю, это был Fortran, например, он и сейчас живее всех живых, но, к сожалению, с языками программирования происходит деградация. Деградация не языков, а деградация пользователей языков. Если раньше любой инженер адекватный мог использовать Fortran и легко писать программы, то сейчас уже многим это сложно. Поэтому новые идут вияние ветров, новые вияния, и я считаю, что одной из основ языков программирования это MATLAB, R, Julia та же самая. Python я не отношу к языкам программирования научным, потому что Python это просто скриптовый язык, который для того, чтобы собирать, как язык клей, собирать разные другие библиотеки, чтобы они работали вместе. Значит, и вот у нас есть MATLAB, для него есть пакеты по оптимизации, для Julia есть очень хорошие пакеты оптимизации, которые тоже не требуют большого ума от человека, которых используют. А какое преимущество вот именно вот этот подход имеет перед классическими? Ну, например, чудесно можно все отжигом оптимизировать и радоваться жизни. Нет, основная идея здесь на самом деле не какой-то новый необычный подход к решению задач, потому что те методы, которые разрабатываются, используются, они именно вот в этом подходе дисциплинированного так называемого программирования, это те же самые методы, это там симплекс-метод решения задач линейного программирования, это методы, которые уже относительно давно известны, методы решения задач квадратичного программирования или задачи нелинейного программирования с ограничениями типа равенств и неравенств. Ничего как бы супер такого прорывного и нового с точки зрения вот этих алгоритмов по сравнению с известными и постоянно появляющимися новыми методами, тут, в общем-то, нет. Основная
идея, основной плюс заключается в том, что создается инструментарий, который позволяет человеку не очень квалифицированному в области программирования либо использования вот известных теоретических алгоритмов сформулировать свою задачу вначале, например, там, в общих словах, а затем, используя некий набор правил, перейти к четкому формальному, формальной формулировке задачи программирования, задачи минимизации или максимизации, которую можно использовать. Вот именно в этой формулировке можно уже переходить к использованию стандартных конкретных методов. Вот сам по себе этот подход, он реализуется, во-первых, для систем программирования в MATLAB, затем в Python, для R-языка, для Julia. И вот те пакеты программные, которые есть, они позволяют ну, как бы изначально сформулировать задачу вроде бы на таком обычном, понятном рядовому пользователю языке, и уже программные структуры, программные оболочки переформулируют эти формулировки в как бы формулировки, которые способны уже непосредственно обратиться к известным программным пакетам и решать вот эти задачи. То есть на самом деле это как бы набор инструментов, позволяющий от формулировки задачи на естественном языке перейти к формулировке этой задачи и постановке задачи на одном из языков программирования. Вот, поэтому фактически это как бы набор некоторых оболочек вот на разных языках программирования, которые позволяют, не обладая глубокими познаниями в научном программировании, переходить вот к решению задач, ну, формулируя их на языке, приближенном к естественному, нормальному английскому там языку, например. Ну, английский – это не нормальный язык. А есть какие-нибудь исследования, которые сравнивают с более классическими методами? Вот где я могу прочесть вот киллер-фичи вот этого подхода, чтобы я бросил все остальные библиотеки и только использовал их? Попробовать можно на сайте Стэнфордского университета, факультет Electrical Engineering, и там приводится, во-первых, имеется несколько хороших современных книжек, которые описывают этот подход, они выложены на сайте в свободном доступе, и ими можно пользоваться. Тут же у них на сайтах выложены лекции и уроки для инженеров, которые они читают упражнения для семи различного уровня групп подготовки, начиная с первого по четвертый курс. Вот, и выложено описание программного обеспечения, которое у них имеется, и на самом деле выложены и не только описание, но и сами программы,
Вот, как я уже говорил, это программное обеспечение, которое позволяет работать с их пакетами из MATLAB, Python, R языка, Julie, ну и так далее. И использовать эти методы для решения задач. Некоторые программы они писали специально для решения конкретных задач, скажем, задач минимизации задач квадратичного программирования, на задач для решения, для решения задач с использованием графических процессоров. Ну и есть набор задач, которые решаются студентами, дипломниками и аспирантами и как бы сопровождают их научные работы и их дипломные проекты и их диссертации. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, вот посмотреть, как это делают в одном из лучших университетов мира, это все-таки вещь очень интересная, и там есть очень много различных полезных вещей, с которыми желательно, конечно, уметь ознакомиться. Основная масса всех текстов программ, она выложена, в общем-то, на GitHub, и поэтому находится в прямом доступе с любого, из любого места в сети. Ну, вот я, честно, пока не убежден, потому что я должен кинуться. Понятно. Нет, кидаться нужно только лишь в том случае, если, как мне кажется, если встречаются задачи, которые, ну, скажем так, если хочется решить какую-нибудь задачу и провести, при этом использовать методы оптимизации чего-нибудь и как-нибудь, то есть смысл посмотреть, что же там все-таки делается и с помощью какого инструментария это можно сделать удобнее всего. У людей очень солидный опыт, и сам по себе Бойд Стивен, он является, ну, на настоящий момент это самый известный, пожалуй, человек, который занимается задачами оптимизации в мире, поэтому есть смысл посмотреть, изучить его опыт. Ну, я даже... А может, вы проведете там, спецкурс сделаете по этой тематике, будете вести? Я даже когда-то пробовал пару лет назад делать, но как-то дело заглохло. А так, конечно, почему бы и нет, можно попробовать такие вещи посмотреть, как там народ это делает. У них действительно очень интересный подход, и даже к созданию оптимизационных моделей, вот, численного моделирования каких-нибудь процессов, как бы основная, как бы это сказать правильно, основная идея заключается в том, что те задачи, которые возникают и которые мы пытаемся моделировать, обычно в обычной жизни мы стремимся построить модель и довести ее до уровня решения какого-нибудь дифференциального уравнения, интегрального уравнения или же системы линейных уравнений алгебраических. Такой подход, он хорош, но вот тот же самый Бойд, он предлагает начинать все-таки постановку задачи и начинать с минимизации какого-нибудь функционала, в
конце концов, там задача может свестись к тому же самому уравнению, там, либо системе уравнений. Но вот исходный процесс как бы лучше и понятнее становится, как решать такие задачи, если подходить к этим процессам с точки зрения минимизации, например, энергии, либо каких-то таких вот такого типа энергетических величин, либо минимизации там, не знаю, расстояния, то есть вначале ставить задачи оптимизационные и только лишь в процессе решения переходить вот к, возможно, упрощая как-то, но переходить к решению систем уравнений. И... Ну, в общем, все сложно, я чувствую, да. Ну, я бы не сказал, что это чрезвычайно сложно, но это несколько необычный подход по сравнению с тем, чему нас учили в школе, вот, и в университете. Он слегка отличается от того подхода традиционного, который обычно присутствует. То есть, вот, поэтому, но и зато он, как мне кажется, очень полезен. Ну тогда давайте сделаем хотя бы обзор по этому поводу. Сравним с другими методами. Хорошо. Попробуем. Надо будет просто-напросто обсудить, что бы хотелось в этом обзоре увидеть. Вот, поэтому, если какие-то предложения появятся, то вот было бы хорошо, чтобы как-то их обкатать. В каком направлении лучше что-то пробовать сделать. Сергей Геннадьевич, как вы относитесь вообще к такому направлению? Или вас оптимизация не очень интересует? Ну, я по диагонали посмотрел вот те материалы, ну, так очень-очень бегло. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что там больше все-таки не про программирование, хотя оно, конечно, тоже присутствует, а про математику, да, то есть, ну, скажем так, дисциплинированное выпуклое программирование – это больше, скорее, дисциплинированная постановка задачи оптимизации и последующее решение, ну, с учетом всех возможных, как бы, подводных камней. А то, что там действительно представлено большое количество коротеньких, правда, совсем программ, я там, то, что касается, я открыл там что-то, посмотрел, но они такие совсем как бы маленькие, да. Так что вот мне казалось, честно говоря, что здесь больше вот именно дисциплина постановки и решения задачи при помощи математических методов, а не дисциплина написания кода, не дисциплина программирования. Ну вот мое такое ощущение было. А что касается в целом как бы оптимизации, да, действительно, сейчас это к этой теме, наверное, у этой темы открывается второе дыхание, как мне кажется, но оно такое специализированное больше, второе дыхание. С чем оно связано? Задачи машинного обучения и глубокого обучения – это все задачи оптимизации. Там, правда, есть еще вероятностная как бы составляющая, но это все задачи оптимизации. И в задачах глубокого обучения, в чем там фишка? Там фишка в том, что есть параллельные алгоритмы решение как бы этих задач, то есть их решают на графических как бы картах, да, то есть запускается процесс вычисления градиентов, который вычисляется градиент на графических картах, и это позволяет достичь там огромного как бы ускорения, то есть на обычными методами как бы эти задачи решались бы там неделями, месяцами, годами. Поэтому вот, наверное, на эту тему нужно смотреть как на в значительной степени прикладную, потому что теоретически там очень много было в свое время сделано. Но вот прикладная компонента, она, конечно, такая как бы
непростая, она сложная. Поэтому вот, в принципе, тема поднятая очень интересна, поэтому, да, наверное, надо двигаться дальше в этом направлении. Ну, хорошо, попытаемся. Интересная вообще тема, можно посмотреть, что тут можно сделать. Хорошо бы, конечно, студентов иметь, которых можно было бы кинуть, но студентов нету. Этот ресурс практически на нуле. Ну, я думаю, мы очень продуктивно побеседовали. Кроме того, Константин Петрович научился подключаться к этому чудесному сервису, по которому у нас будут проходить экзамены государственные и государственная аттестация в июне. Вот так вот. Понятно. Вот у меня, например, даже один студент вдруг образовался и решил попросить тему для пятого курса, для того, чтобы дальше чем-то интересным заниматься. Вот я ему и подсунул одну из задач, которые всплыли в памяти в связи с проблемами оптимизации. Это методы решения различных задач с использованием так называемой точной штрафной функции. Вот. Может быть, чего-то, но, правда, пока он куда-то снова тоже исчез. Так что надежды не очень большие, но, в принципе, мало ли, может, еще кто-нибудь из толковых появится. Вот. Будем смотреть с оптимизмом. Ну, хорошо, попытаемся. Ну, спасибо всем. Думаю, на этом мы наш семинар. Спасибо. Да, до свидания. Счастливо. До свидания. Отключаемся. Угу.